Всем привет, друзья! Сегодня мой друг Сергей будет менять масло, а также все фильтра топливные, воздушные и масляный фильтр в автомобиле Opel Astra G 2001 года, 1.6 бензин. Этап замена масла, да? Сразу что мы делаем? Многие люди сливают масло, закручивают сливную пробку, а потом меняют фильтр. И не меняют где-то с пол-литра масла. Ну, грубо говоря, то, что вот в масляном фильтре, в системе, когда масляный фильтр откручивается, оно все благополучно стекает в поток. Это пробка. Это сливная, а фильтр масляный стоит у нас вот для самого глушителя. Легко откручивается. Как часто масло в бензинках надо менять? Вообще 10 тысяч, независимо, бензин, дизель, скажем так, 10 тысяч и будет добро поменять масло. Все, 5 минут крутим. Ну вот фильтра какие будем ставить. Кнехт Махли. Модели я в описании напишу все. Это масляный фильтр. Это воздушный Bosch. Это топливный, тоже кнехтовский. Перед установкой фильтра смазываем резинку, чтобы она не была сухая. Масло в фильтр заливать не надо. Это, скажем так, издержки советов. В эти 80-х, 90-х годов, когда мы говорили, бля, как ты в фильтр не заливаешь масло? На максимальное усилие руки зажал, проверил, все, фильтр установлен. Фильтр топливный. Вот он. Менялся здесь покон веков, походу. Да, наверное, с самого начала выпуска этого автомобиля. Стопора. Можно повесить, видишь, высыпается песок, всякое говно высыпается, можно воздухом продуть. Смысл какой, для чего это все, пробивать воздухом? Когда стопор просто сжимаешь, когда песок под стопор попадает, он бывает не до конца, допустим, вот эта часть верхняя у тебя сжалась, да, а внутри не разжалась, и потом бывают проблемы при снятии. Для этого нужны специальные щипцы или очень тонкие пальцы. Ну, скажем так, да. Как у курицы. А вот почему тут, это же все топливное, самые. Да, да. А почему тут где-то со стороны? Обратка. А, еще обратка есть даже? Я не знал. Вот. И обратка, и есть еще вентиляция. Вот, ладно. Ну, пластиковый. Почему нельзя в этот самый, в пластиковые канистры наливать, а баки пластиковые везде? Ну, блин, это же у них просто меры предосторожности на заправках. Не более того, я думаю. Грязище какая-то там такое. Да, это он у нас вот с фильтра. Так, смотри. Должно быть видно очень хорошо то, что у нас в фильтре было. Может, материал какой-то? О, да, вот грязный тут. Видно, да? Да. Просто жопа. О, да тут грязище целое. Ребят, вот фильтра меняются, как и масло. 10 тысяч, будьте добры, поменяйте. Ну там пиздец, там вот жопа полная. Логически здесь у нас должен пойти чистый, но он не идет чистый. Представляешь, что у тебя плеча, чем она жрала у тебя? Просто жопа. Вот он, видишь, стопора стали. А не надо там как-нибудь топливо в него наливать? Ты потом зажигание включишь, ты сработает насос и прокачается
замена воздушного фильтра. Пазик протапливаем. Все. Ставим на место. Оп. 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 Есть. Датчик воздушный. Ну да. Есть. Если понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и задавайте вопросы Сереге в комментариях, потому что я ничего не знаю. Всем спасибо за просмотр, пока.